Областной суд сократил срок заключения скандальной теледиве. В тюрьме экс-звезда «Дома-2» Анастасия Дашко проведет лишь 2 года заключения вместо 3. Напомним, в 2011 году Дашко без оформления договоров перепродавала железобетонные блоки частным лицам. Деньги за товар забирала, а стройматериалы до клиентов не довозила. После вынесения обвинительного приговора «Звезда Дома-2» подала апелляционную жалобу, где заявила, что ранее судима не была и ущерб потерпевшим частично возместила. Поэтому сидеть в колонии 3 года не желает и попросила условное наказание. Но судебная коллегия посчитала необходимым снизить только срок заключения и размер штрафа со 100 до 80 тысяч рублей.